Всем привет, привет, мои хорошие друзья, с вами Дарити, добро пожаловать в Угарю Голодные Игры, как всегда. Начинаем по традиции с сообщений и потом поиграем на сервере. Так, Джонни, я подарил тебе бюллетень, спасибо большое. Спасибо за бюллетень. Ты ходил на выборы, кого выбрал, всем интересно, все, пока. Так, сегодня 18-е, да? Нет, ребят, я не ходил на выборы, прошу прощения. Вот это мой выбор. Не пойти на выборы. Спасибо, ребят. Бюллетень. 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 Спасибо. Ребят, мне кажется, Владимир Владимирович Путин, как всегда, победит. Я не вангую, но это так оно и будет. Привет, Дариди. Прими, пожалуйста, в клан. И да, запомни... Запомни мой ник, пожалуйста. Я уже 8 раз пишу принять в клан, а ты не принимаешь пока. Ничего себе. Ник, ничего себе, а ты подавал заявку? Потому что я что-то не замечал там твои заявки. Ну, посмотрю сейчас, если будет ничего себе заявка, приму в клан. LJ. Бюллетень подарил. Спасибо большое. Так, Мистер Про подарил тебе бюллетень. Привет, Дариди, я твой подписчик. Желаю тебе миллион подписчиков. Кстати, я тоже снимаю про Гарю. Поздравляю тебя, друг. Спасибо большое. Мы друзья по разуму. Продолжим. Нагибатор, шоколадный конфет, подарил. Дариди, помнишь меня? Я желаю тебе 10 тысяч подписчиков. Вот на этом канале было бы здорово, если 10 тысяч подписчиков было. Первый, у тебя есть тачка? Конкретно у меня нет машины. У меня есть машина не моя, так сказать, моего родственника. Я периодически, в принципе, катаюсь. Но своей пока что у меня нету. Второй, ты женат? Нет, я не женат. Встречаюсь с подругами, с друзьями, но пока что не женат. Сколько видео ты примерно снял? Я примерно на основном канале снимаю по 3-4 видео в день. Вот, я могу в день снять и 15 видео, вот так примерно. 10-15 видео могу снять. И я оставляю их, допустим, заранее наснимаю и потом на недельку выкладываю. Любишь ли ты подписчиков? Безусловно, люблю, ребятки, без вас, потому что ничего бы этого не было. Вся моя жизнь просто состоит из вас, потому что если бы не вы, ничего бы не было, я бы... Было бы очень плохо. Вы реально очень круто поддерживаете. И да. Я отвечу, конечно же, да, безусловно. Спасибо за вопрос. Пятое. Ты когда начинал играть в агарку, прими, пожалуйста, в клан. Я набивал по 100-200 киллов. Нагибатор. Ну, прямой, если будет место. Спасибо за бюллетень. Так, прими меня в клан, Дима. Спасибо большое. Дарья 175. Путин. О, сам Путин. Владимир Владимирович. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Сам написал Путин. У него 116 левел. Значит, он тоже, ребятки, играет в Агарю Голодные Игры. Я Путин, голосую за себя. И ты добавь клан по прозванию Дариди. Нет, Дариди. Еще Елена. Почему ты в другой клан пошла? И да, ты подпишись. И ты слышишь, что ты нарик и все, и на тебя говорят маты, но это не страшно, потому что у них нет бустов, вот они и слабаки. И ты уровни, и ты красава, и угадай, кто я, хил 7, батя или никто, конечно, я, это батя, ура, 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 так, все, пока, спасибо большое. Бюллетень подарил. Дарья, привет, я хочу, чтобы ты был президентом Агарио, блин, президентом Агарио. Слушай, звучит круто. Президент Агарио Дарриди. Офигенно. Спасибо большое. Реально, топовый комментарий, по-моему. Дарриди, прими, пожалуйста, заявку. Это подписчик и Алексея. Друг, желаю тебе удачи во всем. Спасибо большое, Алекс. Спасибо за бюллетень. Ребятки, вы завалили меня просто бюллетенями. Куда мне их девать? А удачи ты топ. Спасибо. Спасибо, красавчик. Спасибо за бюллетень, Доги. Спасибо. Дарья, я твой подписчик, прими, пожалуйста, в клан, ты самый лучший и крутой, я тебе желаю 100 тысяч подписчиков. Не, на этом канале бы 10 хотя бы. Спасибо. Ну, это, конечно, круто, ты топ. На основном, да, я хочу уже 100 тысяч подписчиков. Спасибо, ребятки, за поддержку. Офигеть, у меня так много бюллетеней, я теперь не знал, куда их девать. Так, смотрим в клане. В клане 26 мест. О, наша Еленочка, ребятки, снова в нашем клане. Так что набивайте, ребят, опыт, иначе вас могут исключить. Не обижайтесь, кого кикнули и все такое.
Помните нас, потому что у нас тоже просто большие завалы, и мы можем случайно кого-то кикнуть, какого-нибудь топового игрока, потому что он не набрал очки. Было бы здорово, если у вас большая семья, много родственников, то есть ты, допустим, даешь младшему брату поиграть, младший брат тебе, там еще кого-нибудь, то есть аккаунт там семье своей передавать, чтобы они тоже играли, и тогда, получается, каждый день будете набивать. Ребят, ну все, кто подал заявку, я всех принял, все. Вот все, кто писал, заявок всего лишь 6 было, я вот всех вас принял. Так. А, давайте выберем аватарку. О, Человека-паука. Let's go. Ренекс помощник. Я не знаю, он будет на меня нападать или нет. Пока что ни на кого не будем нападать, потому что мало ли что случится. Ух ты, Ренекс, малая села. Возможно, она случайно села, но я такой человек, что меня может бомбануть. Я это, конечно, не скажу, никто не заметит, что меня бомбануло, но меня конкретно бомбанет, и я не знаю, что начнется. Да не бомбит у меня! А что они говорят, что у меня бомбит? Не бомбит, когда у меня... Вот это мне, блин, понравилось. От немагии. Да не бомбит у меня! Что случилось? Что они говорят, что у меня бомбит? У меня никогда у меня не бомбит! Не бомбит! Постоянно только стучит. Так же у меня тоже. Не бомбит нафига у меня. Хотя на самом деле бомбит. Ладно. Гамбит. Боже мой. Так, ладно, успокоились, давайте собрались. О, привет, привет. Сейчас, наверное, спросят, да, Реди, ты снимаешь видосик? И я отвечу, да, конечно, как всегда. Привет, ребята. Что он пытается? О, нифига себе, встретили нашего соклановца. Двоих даже. Ой, Елена. Тихо. Зачем ты сливаешься? Зачем Елена слилась мне? Блин. Офигенно, Леночку увидели нашу. Это такая редкость. Так. Да я шучу. Ну как редкость? Ну просто не всегда получается поиграть вместе. Да куда? Так, отлично. Ну что, давайте с нашим кланом сейчас затимимся. Давно такого не было. О, тихо. Отлично. Так, нормуль. Отлично. Так, окей. Агрессор. Ой, Лена. Так, осторожненько. Зачем Лена сливается? Лена, ты зачем сливаешься? Отлично. Так, нормально. Тимся с агрессором. Отлично. Слушай, ну удачно получилось. Так, аккуратненько. Отлично. Так, блистательный Тим. А там опасно, туда опасно, блин, ходить. Так, неплохо. А, не знаю, кого будем тащить. Пиццер, НХ. Блин, никто не нападает на нас. Ну, РНХ, я не хочу РНХ трогать. Он вроде как бы с нами. Подожди, если я с аккаунтом тимлюсь, то нам вообще очки не дают, что ли? Почему так мало очков у меня?
И где Елена? О, 12. Так, нормально. Так, окей. Подожди, а... Блин, печаль, беда, я нечаянно. Я случай... А, Леми сейчас хочет съесть. Блин. На меня напали, на меня первые напали. Блуд. Подожди, а там кто такой маленький? Я не вижу, кто это такой. Ты разберешься так сразу. Реникс древний. Агрессор Даридии. Да блин. Кажется, наших сели. Там Лея. Я не знаю, кого есть, кого не есть. Страшно все. Так, отлично. Так, напряженно, напряженно. Агрессор. Теперь кормим агрессора. Ой, Еленочка, Еленочка наша. Отлично. Так, хорошо. Лен, пожалуйста, не сливайся. Если ты меня сольешь, ничего страшного. То есть нам надо продержать тим наш. Так, отлично. Подожди, там на нас напали. Мелкую я не трогаю. А, вот Лена. Отлично. Так, я тебя не трогаю, окей. Все нормально. Да нет, нет, нет. А что с Леной случилось? Что-то Лена остановилась. Сейчас же разберут ее. Дружище, я со своими тимлюсь пока. Ребят, ну всем внимания не уделишь, я пока что хочу со своим кланом потимиться. Да нет же, нет. Рынекс, я тимился, я со своим кланом уже давно не тимился, почему бы мне не потимиться со своим кланом? Так, отлично. Вау, смотрите, что происходит. Офигеть. Отлично, ну молодец. 98 киллов, я считаю, очень круто. Спасибо за бюллетень. А, тащи голосование. А если не примешь меня в клан, то я отпишусь от твоего канала. Ну, пожалуйста, отпишись. Ну, почему ты не подал заявку? Поставлю на все видео дизлайки. Все. Это угрозы. 100% я тебя не приму. Я не люблю, когда так пишут. Бюллетень. Нифига себе, угрозы, смотрите. Дарите привет. Если у меня нет мест в клан, то говори им, чтобы они переходили в клан. Вот, дружище, перейди в клан лучше 124S.
Хотя нет, не переходи, потому что вдруг ты им еще начнешь угрожать. Дружище, так не делается. Надо человека как-то останавливать от неправильного пути. А потом что, если ты начальнику будешь говорить, начальник, если ты мне не выдашь зарплату, я напишу жалобу, типа того, да? Нет, дружище, так не пойдет. Переходили в клан и набивают 1000-3000, и мне так этот клан понравился. И прими, пожалуйста, моего друга Фусате. Я тебя очень прошу, и заранее спасибо. А, клан 124S. Ребятки, посмотрите клан. Попробуйте набрать 124 большая S. Дарить привет, прими моего друга к себе в клан. Его зовут Фусате. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Дарить привет, прими в клан моего друга Фусате к тебе в клан. А, пожалуйста, он очень хочет. Фусти. Ряд, прошу, я тогда вообще не буду Агарю Голодные Игры снимать, если будут такие сообщения писать. Прими меня в клан и все такое. Я уже не раз говорил, ребят, но я бы всех принял, но сами понимаете, что тут творится. Мне, конечно, очень приятно, что все хотят в мой клан. Это реально мне очень сильно льстит, это мне очень как бы нравится, это круто. Это значит, что ты не последний человек в Агарке. Но, ребята, у меня просто нету мест. Надеюсь на ваше понимание просто. И не обижайтесь, кого я там не принял или там кого-то выгнали. Дарит, привет, если у тебя нету места для принятия заявок в клан, скажи им. Да, вот, ребят, 124S, попробуйте клан посмотреть. А, моего друга, да, я уже понял. Фьюсте, фьюсте. А, добавь меня в друзья, у тебя в подписчиках Артем Пуганов. Ты лучший в мире, спасибо. Привет, Дарит, привет, Mortal Kombat, 46-й левел. О, ребят, сколько бюллетеней. Дарья, ты красава, всегда смотрю твои видосики. Каждый день только видео выходит, сразу ставлю лайк. Спасибо большое, Ислам. А, ребят, столько много бюллетеней. Мистер Одиночка. Дарья 71. А, ребят, сколько много бюллетеней. Спасибо, конечно, большое. Удачи, я... твои... Так, удачи, я в твоем клане, да? Поклонник. Передай привет маме. Ой... Я не понимаю, правда, сложно написал. С праздником, с праздником. Ну, мама, привет, конечно, на лед 2018. Привет маме, и пускай в вашей семье все будет хорошо, мир и порядок. И хорошая погода. Ку, как дела? Хочу, дарю тебе, я умоляю, чтоб победил. Спасибо большое, злой чер, злой читер. Я за тебя, PS Димаском. О, Димаском! Спасибо большое, Димаском. Рад, что ты написал. Прошу, спасибо, что ты меня понимаешь, что я знаю, что мы давно-давно-давно хотим ролики записать, но пока не получается. Я хочу Windows сейчас вообще переустановить. Так, ну что ж. Смотрим, что там в клане. Заявок нет. Ну, тебе, дружище, я вот... Зачем ты пишешь? Так нельзя писать угрозы. Агрессор, подожди, а кто? Ладно, я уже взял. Ну, и вот тебе такое замечание, никогда не угрожай. Я не люблю такого, то что отпишусь, дизлайки поставлю. Это низко, это очень низко. Ребят, напишите в комментариях, что вы об этом думаете, потому что мне кажется, это совсем неправильно. Прими меня в клан, или я, значит, отпишусь, поставлю дизлайки, позвоню в полицию, скажу, чтобы Дариди арестовали. Вообще, я тебя застрелю, убью, да? Нельзя так писать. Я потом, потому что начинается с маленького, потом закончится это может... Не развивайся, злого плохого волка. Знаете, вот есть такая поговорка. Такая пословица, в общем... Дерутся два волка, белый и серый. А, мудрец спрашивает у мальчика. Такая история. Дерутся два волка, белый и серый. Как ты думаешь, какой из них победит? Мальчик подумает, ну белый. Почему белый? А почему не серый? Он говорит, ну не знаю, ну потому что... Блин, нет, давайте заново, короче. Дерутся... Мудрец говорит мальчику, дерутся два волка. Белый и черный. Как думаешь, какой победит, белый или черный? Мальчик говорит, я не знаю. Типа, ну какой победит, мне интересно. Он говорит, победит тот, кого ты будешь кормить. Ну, как-то так там звучит. В общем, если ты в себе кормишь зло, то победит зло, и у тебя будет доминировать зло в твоей душе. Если...
победит добро, то будет добро. Победит. Боже мой, я что-то немножко запутался. В общем, не кормите серого волка, иначе будет все плохо. Но мне это не очень сильно не понравилось. Вот эти угрозы я не люблю. Да кто любит угрозы? Представьте себе, когда вам угрожают. Представьте, я бы тебе написал. У тебя был бы какой-нибудь клан? А, ну, допустим, тебя Денис, да, зовут? Я не знаю, ну, энное имя. Как бы назвать, чтобы никого не обидеть-то? Допустим, у тебя есть клан какой-нибудь Дир. Клан Дир, ты глава клана. Я говорю, слушай, я давно наблюдаю за тобой, мне нравится твой клан, он очень крутой. Прими меня, пожалуйста, в клан. Очень тебя прошу, прими, я тебя просто умоляю. Если ты меня не примешь, я накатаю заявление в полицию и тебя арестуют. Тебе бы это понравилось? Ну скажи честно. Я думаю, навряд ли бы тебе это понравилось. Я, конечно, утрирую, но все же это... Это никому не приятно. Так, такие вот ништяки. Вау, что такое? Сразу съели. Так, а где наши? Так, Леер НХ. Никого не трогаем. Где наши? О, Еленочка. Так, спасибо большое. Так, Renix The Brian Dit. О, прикольно. Люблю The Brian Dit. А, Лена слилась нам. Ну ладно, окей. Так, нормально. Так, неплохо. Отлично. Кто-то поджег наших. Лена, как всегда, добренькая слилась. Отлично. Немножко с Зебранди там потимились. Представьте, ребят, это настоящий Зебрандит, и он периодически играет в Агаре Голодные игры. И он подписан на меня, просто топово. Так, неплохо. Брат Бонни. А, все, циклоп нас съел. Ладно, ребят, я думаю, на этом закончим. Вот, спасибо за внимание, за поддержку, за пальцы вверх. И всем до скорого. Пока-пока, еще увидимся.